Всем привет! Это канал «Покупки на диване». Пришла новая посылка с сайта Yux. Мы заказывали ее в подарок на день рождения. Не в Ригу, а в другой город Латвии. Доставили без проблем. Единственное, была задержка из-за государственных праздников. Мы ее уже открыли. Разрезали. Заказывали праздничную упаковку на день рождения. Присылают в таком вот пакетике. И еще внутри лежит открытка поздравительная. Можно написать текст. Но, правда, текст они принимают только на английском. На русском нельзя. Итак, ну, очень красивый пакетик. Подарок маме на день рождения. Заказали кошелек. Опять фирма Gildi. Нам очень понравился она в прошлый раз. Очень качественные кожаные кошельки. В этот раз то же самое. Всякие сертификаты. Красивая упаковка. Черный кожаный кошелек. Внутри много отделов кармашков. Здесь для карточек. И на замочке кармашек для мелочи. Там копеечку бросим. И сзади тоже есть кармашек. Такая очень мягкая, приятная кожа. Я надеюсь, она не будет царапаться никак. Вот такой кошелек. Ссылочка где в описании?